Здравствуйте. Привет. Да, ладно, давай, я перезвоню. Садись, Вик, раздевайся. Это Вика. Таких людей, как она, называют рассыпанный пазл, то есть аутист. Она не смотрит в глаза и практически всегда молчит. Ее ровесники учатся в 7 классе, Вику никогда не брали в школу. Как и всех детей с аутизмом, в Барнауле их более 1000. Преподавательский состав, видя трудности в том, что у ребенка поведение иногда нестабильное, иногда она очень эмоциональна, никто возиться не хочет, зачем кому-то нужны трудности. Закон об инклюзивном образовании был подписан в 2012 году, но российские учителя до сих пор не владеют специальной подготовкой, чтобы учить особенных детей, рассказывает руководитель Центра для детей-аутистов Светлана Рахно. В барнаульских школах еще можно встретить детей с ДЦП, зрительными нарушениями, протезами. Аутичные же за партами не сидят. Считается, что они агрессивны и живут в своем далеком мире. Но как раз-таки общение с другими людьми может смягчить форму аутизма. Миф такой об аутистах, что они не хотят общаться и хотят жить в своем мире. Я вот скажу на примере 200 детей, которых я уже видела, да, Алтайского края, нет ни одного, кто бы не хотел общаться. Сын Светланы тоже аутист. О проблеме воспитания таких детей женщина знает не понаслышке. В этом году она выиграла президентский грант на обучение педагогов, которые смогут преподавать аутистам. Лекции предназначены для обычных учителей, и они бесплатны. С начала сентября Светлана и ее коллеги провели несколько вебинаров и выездных консультаций. Любой желающий может обратиться в организацию «Ступени», чтобы понять, как разговорить неговорящего или скорректировать поведение аутиста. Им легче слышать короткие инструкции. «Дай», «Садись», «Складывай». Тогда он лучше услышит взрослого, или сверстника, чем когда мы скажем: «Сашенька, сынок, возьми, пожалуйста, кружечку и поставь ее на стол». Планшеты и карточки вместо человеческого языка. Сейчас этим инструментом общения обучается около 80 учителей в крае. Может быть, именно им получится собрать тот самый рассыпанный пазл. Света! Света! Мы смешали. Вот, уже без помощи. Дай 5. Ирина Корчагина, Николай Шелкон. Наши новости.